Друзья, в продаже у нас Honda Avensir 2000 года выпуска. Объем двигателя данного автомобиля 2,3 литра, полный привод. У автомобиля неплохая комплектация, имеется 4 стеклоподъемника. Электрорегулировка, электропривод зеркал, мультируль. Также все штатная аудиосистема, кондиционер, климат-контроль, подогрев заднего стекла, тканевая обивка, торпеды, комбинированный салон, кожа и ткань. У задних пассажиров имеются дефлекторы обдува. У автомобиля просторный багажник. Очень хорошее состояние в целом, как техническое, так и косметическое. Также на данном автомобиле имеется сигнализация с обратной связью.